Зураб Бекаури, большое спасибо за донат. Просьба обозреть город Тбилиси. Ладно, вроде есть Google Maps. Вот в те квадратные улицы хочу примерно. Ля, какое здание. То есть оно все, конечно, раздолбанное, но... Я даже не знаю, вот как было бы круче, чтобы оно было более ухоженное, или чтобы оно даже наоборот отдавало такой неистовой стариной. Прикольно, что улицы холмистые такие. Потому что все идет вот так. Ну вот это здание прям отвратное. Прям оно не круто выглядит. Ну вот это прикольная зеленая херь, вот это все. Типа, в качестве украшения. Ну, короче, напоминает юг России в любом случае сразу. То есть то, что холмистые такие как бы улицы. Все очень узенькое. Вот. Как будто юг России, но только моря нет. Даже, ну, не то, что юг России, а именно приморский город на юге России. То есть в России так выглядят города возле моря. Типа, Краснодар так не выглядит, Ставрополь там, не знаю, так не выглядит. Вот. Так, знаменитые лестницы на второй этаж. Слушайте, вот там, где я сейчас гуляю, какое-то все очень... Не знаю, раздолбленное какое-то все. Неухоженное очень. Это столица, если что, это столица Грузии же, правильно? Я же ничего не перепутал. Это мы гуляем по столице. И я, по-моему, тыкнул куда-то, ну... Может быть, я на окраину просто попал случайно? Ну, в любом случае, то есть, тут прям что-то жесть вообще. Так. Что в чатике пишете, ребят? Это не центр. Ну, короче, окей, но я окраину посмотрел. Давайте, да, что-то посмотрим... Где-то, где посимпатичнее, наверное, вот здесь центр должен быть. Да, блядь! Ёбаный Google, говна просто кусок. Вот сюда хочу. Блядь, ну что за сын говна это программировал? Почему? Насколько Яндекс лучше просто, блядь, пиздец. Это, ну, что это вот, смотрите, вы видите эту хуйню? Все выделилось синим, и я не могу это выделение убрать теперь. Блять, я... Вот я кидаю человечка вон туда. Вот так. И попадаю ровно в то же место. Блять. Охуеть, бля. Вы просто, вы видите эту пиздулу? Хорошо. Вот я ставлю человечка, вот прям, блядь, конкретно. Вот отель Небула, блядь, хочу увидеть. Я, блядь, где? Как меня эта муха заебала. Ладно, вот, ну, вот сюда, допустим. Все. Убираем штуку. Смотрим. Блин, капец, улица просто узейшая какая-то, нереальная. Да что-то как будто в таком же месте оказался. Блин, но с одной стороны все выглядит прикольно. Из-за того, что для меня непривычно. С другой стороны все вообще какая-то... Какая-то прям такая досадная разруха очень. Я бы какие-нибудь, не знаю... Давайте вот сюда, допустим. Ребят, что у вас с городом, я не пойму, это что вообще такое? Почему так?
Ну, это очень печально, если честно. Давайте вот здесь вот какое-то вот более-менее вижу уже высокое здание. Ну, тут какой-то красивый вид, да. Красивый вид. Так. Ну, я не был там, я не знаю. Может быть, это 2018 год, кстати. Это, ну, не очень свежие фотки, в принципе. Сука, в сортир попал. Это почему вообще? Это за... Что это, блядь? Ребята! Меня заперли в толчке. Давайте на набережную. Блять, что это такое? Ребята! Это что? Ёбаный сыр. Это, походу, кто-то выложил фотку 360, а кто-то другой на модераторе стоял дурачок. То есть это просто прям невероятно удачно тупое стечение обстоятельств должно было произойти. Чтобы эта фотка вообще там оказалась. Ну, типа, это забавно. Вот это прикольно выглядит. Ну вот здесь это напоминает какой-то, ну... Типа, вот я иду вдоль набережной. Ну, напоминает, типа, ну, не Ярославль, даже не знаю, какая у нас там была. Какой-то был город, где более-менее набережная была какая-то прикольная. Просто Ярославль раздол... Ну, хотя... Ярославль как раз и напоминает, наверное. Спасибо большое за донат. На обзор железнодорожного. В частности, МКР. Центр 2. Леонид Воронин, спасибо большое. Да, посмотрим. Ну. Может, вот сюда куда-нибудь тыкнуть? Ради интереса. Блять. Просто Google Maps сделал полный еблан, я вам так скажу. Просто абсолютно, блядь, безрукий кретин. Где я, блядь? Блядь, ну... Я после Яндекс.Карт, я этой хуйней не могу пользоваться. Это просто пиздец. Это говно прям. Ну, я не знаю, ребят, вообще, это ужас. В такие моменты понимаешь, насколько все-таки действительно гениальные программисты в России работают. И насколько... Вот, ну, вот, вот как бы это... Это вот тот самый пример. Когда понимаешь, насколько... Через полное очко сделаны это, ну... Всякие штуки. Типа, говорят там, ВКонтакте стырен с Фейсбука, короче, Яндекс с Гугла. Блять, Яндекс это типа Гугл на стероидах, я не знаю, ну просто на максималках. То есть, это точно так же, как идею радио придумали в России, но нормальное радио сделали в Америке. Вот здесь то же самое. То есть, блять, идею Гугла, может быть, типа... Кстати, Сергей Брин, про который мы обсуждали, да, но неважно. Типа, придумали америкосы, но до ума это довели здесь уже. Хоть в чем-то все-таки Россия хороша, это радует. Симпатичное вот это, ну, мне кажется, здание такое прикольное вот это тут. Напоминает PlayStation чуть-чуть. Вот это, конечно, не знаю, что напоминает. Но вот такие очень, даже очень грустные человейники такие. Даже панельки какие-то, все прям... Вот там где-то есть какое-то более-менее современное здание. Как будто, знаете, как будто смешали Ярославль и Геленджик. Вот что-то вот такое Тбилиси напоминает. Так.
И немножко раздолбали все. Бля, да что это за карты такие? Что это такое? Что это, блядь, за хуйня? Блядь. Посмотри, вот я тыкаю на улицу, вот сюда. Вы видите? Ну, то есть, вот человечек. То есть, я, как, блядь, как мне попасть вот сюда посмотреть? Вот, вот, вот сюда. Нет, ну вы видите это, да? То есть, это я мудак или это все-таки... Что это, блядь? Что это за хуетень? Извините, что вместо обзора Тбилиси происходит обзор Google Maps, но это ж просто... блядь, коричневое ненавистное дерьмище. Просто отстой. Это прям стыд. Грузины, пожалуйста, разрешите Яндексу нашему приехать к вам, блядь, сделать нормальную хуйню. Это же просто дресня какая-то. Это что такое, блядь? Это что за хуйня? Короче, ну, город, честно, ну, очень много в нем странных таких печальных раздолбанных мест. Это не радует, это, ну, грустно, что так. Вот, но... Ну, есть какие-то, да, типа, непривычные для меня архитектурные какие-то такие, не знаю, особенности, приколы. Это выглядит забавно. Но Google Maps — это просто... Просто дочь дерьма делал этот... Блять. Этот... Сервис. Не знаю, как это даже назвать. Это ужасно. Вот. Все. Мое почтение.